грантовый проект «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных». Грант был получен нами в рамках конкурса, который проводило правительство Республики Карелия при поддержке федерального центра. Курирует проект Министерства национальной политики Республики Карелия. Вот мы уже получили от нашего поставщика, от сайта фотоловушки.ру, это интернет-магазин, который специализируется на средствах лесного фотонаблюдения, первых 10 комплектов новеньких камер высокого разрешения компания Боливард, ну или кратко они называются Боли. Эти комплекты уже в ближайшее время будут в работе. И 10 комплектов различных камер, которые умеют снимать и в 4К, и с хорошим звуком, нам предоставила компания Экутурсервис. Эта компания с самого начала поддерживает наш проект. Теперь у нас есть и аккумуляторы в достатке, для того, чтобы наши камеры питались, и зарядные устройства, для того, чтобы заряжать аккумуляторы. Вот, и вся необходимая аппаратура для того, чтобы мы могли начать работать. Первым делом эти камеры пройдут испытания во время весеннего лагеря, весеннего слета экологического, который Пилигрим проведет на территории загородного центра молодежного Маткачи. Это туристическая база эколого-биологического центра, там большая территория. И на этой территории команды по 2-3 человека будут устанавливать эти камеры скрытно, так чтобы команда противника эту камеру не нашла. А камера будет защищать подход к кладу. Задача каждой команды будет собрать как можно больше кладов, при этом не попасться в фотоловушку. Ну и, соответственно, задача противников как можно больше участников поймать свои фотоловушки. Вот такая будет игра на местности в первый день, а на второй день мы эти камеры поставим прямо в лесных, в полевых условиях, на следы животных, для того, чтобы можно было попробовать собрать первые полевые условия. Это еще, конечно же, будет не та самая задача, которую мы ставили в рамках нашего проекта, но нам необходимо получить хороших, умеющих специалистов, кто умеет с камерами работать. Следите за анонсами на нашей страничке клуба «Пилигрим» ВКонтакте.